Добрый день! Сегодня у нас урок пилатеса с малым оборудованием. Мини-бол. Возьмем мяч. Значит, зажимаем мяч чуть ниже колена. Стопы на ширине тазовых костей, параллельно друг другу. Стопа плотно прижата к полу. Живот подтянут. Застегнули живот на змеечку, подтянули пупок к себе и вверх. Дышим легкими, реберное дыхание, ребра расходятся в сторону, живот не надуваем. Голова, плечи, тазобедренные на одном уровне. Поехали. Головы вправо 4, 3, 2, 1 и в другую сторону. Один, два, три, четыре. Хорошо. Правой ручкой наклонили голову в сторону. Потянули левую ручку, тянем вниз. Хорошо. Поменяли сторону. Правую руку тянем вниз. Отлично. И вперед. Хорошо, вращаем плечами вперед. 6, 5, 4, 3, 2, 1 и назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо, колени слегка присогнуты. Ручки ставим на подвздошные кости и покачиваем тазом 6 раз. Начинаем вперед, назад, вперед, назад. Только тазобедренной работы. 4. 5. И последний. Хорошо. Выпрямили коленочки, возьмем мячик в ручки, зажимаем мячик перед собой и вращаем ножкой от себя, коленом рисуем круг. Поехали. 4, 3, 2, 1 и к себе. 1, 2, 3, 4. Хорошо, меняем сторону. От себя 4, 3, 2, 1 и к себе. 1, 2, 3, 4. Отлично, становимся глубоко. Возвращаем мяч чуть ниже колена. Стопы все так же на ширине тазовых костей. Колени слегка присогнуты. Поднимаем ручки вверх, ладошки параллельно друг другу. Делаем вдох. И на выдох скручиваемся. Опускаемся вниз. Позвонок за позвонком. Скручиваем позвоночник вниз. На выдох подтянули живот. И коснулись пальчиками пола. Вдох. На выдох поднимаемся. И еще 3 раза сделаем вдох. И на выдох опускаемся, округляем грудной отдел, подтягиваем живот, округляем поясничный отдел, круглая спинка, опускаемся вниз, внизу вдох, и на выдох поднимаемся. Так, скручиваемся. И еще 2 раза. Вдох. И на выдох опускаемся. Отлично, коснулись пальчиками пола, вдох, и на выдох раскручиваемся, позвонок за позвонком, раскручиваем спинку, и последний раз вдох, и на выдох опускаемся, живот подтянут,
Меня зовут Зох, и на выдох поднимаемся. Отлично. Опускаем ручки через стороны, колени выпрямили. Мячик кладем рядом с собой и выходим в собаку. Подтянулись пяточками к полу и стараемся прогнуться между лопатками. Хорошо. И в обратную сторону. Потянулись макушкой вверх. Отлично. И еще раз в собаку. Пяточки тянем к полу. Хорошо. И опускаемся на коленочки. Мяч перед собой. Ставим на пол. Ставим ладошки на мяч. Стопа на пол, палец. Делаем вдох и на выдох выходим в планку. Хорошо, выходим. Круглой спинкой поднимаемся и выходим в исходное положение, лежа на животе. Живот подтянут, живот не давит в пол. Мячик кладем вперед, кладем ладошки чуть дальше мяча. Хорошо, делаем вдох и на выдох. Подтягиваем мяч к себе, отрываем грудь от пола. И отводим левую руку в сторону. Хорошо, поехали. Вдох. Выдох. 9 8 7 6 5 3 2 1 и задержались на 5 счетов. 5 4
Три, два, один. Продолжаем. Вправо меняем ручку. Поехали. Выдох. Выдох. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Задержались на пять счетов. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. И две ручки продолжаем. Делаем вдох. И на выдох поднимаемся. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Задержались на 10 счетов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Опустили ручки, опустили голову и отдыхаем. Делаем вдох. На выдох подтянули живот. Живот не давит в пол. И еще раз вдох, выдох и поднимаемся на коленочки. Тазобедренный под прямым углом, ручки на мече, потянули с груди к полу. Хорошо, круглой спинкой поднимаемся, мячик поставили в сторонку. Тазобедренный под прямым углом. Мячик отложили в стороночку. Тазобедренный под прямым углом. Ладошка под плечом. Сделаем кошечку. Вдох. Округлили спинку. Выдох. Прогнулись в обратную сторону. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Округлили спинку. И на выдох прогнулись в обратную сторону. Вдох, выдох. И еще два раза. Прогнулись. И последний. И прогнулись. Хорошо, поставили стопу на пол, палец. И выходим в собаку. Потянулись. Хорошо, и выводим правую ножку вперед. Садимся по-турецки. Берем мячик в руки. Кладем его рядышком с собой. Берем себя за ножки, потянулись круглой спинкой назад. За коленочки, макушкой вверх. Отлично. Берем мячик в руки. Перед собой. Локти на уровне с плечом. Параллельно полу. Делаем вдох. На выдох сжимаем мяч. Поехали. Выдох. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Сжали мяч, задержали и вывели вперед. Держим. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Возвращаем и продолжаем. Выдох. Девять. Живот подтянут. Восемь. Макушкой тянем все вверх. Семь. Шесть, пять, четыре, три, два и один. Сжали мяч, задержали и вывели ручки вперед. Держим. Десять, девять, восемь, семь,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем ручки, отдыхаем. Отдыхаем. Носом вдох, ртом выдох. На выдох подтянули живот. И еще раз вдох, выдох. Круглой спинкой поднимаемся. Возвращаем мячик в ручки. Поднимаем вверх. Руки, локти ровные. На уровне с ушами. Мячик не уходит вперед. Хорошо, делаем вдох. И на выдох с правой руки работаем ручкой. Поехали, выдох. 9, 8, 7. Движение с усилием. 5, 4, 3, 2, 1. Меняем сторону. 1, 2. Ручка не падает. 3, 4. Локоть стремится к центру спины. 6, 7. Выдох. 9, 10. И попеременно. Выдох. Выдох. Отлично. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Отлично. Опустили мячик, отдыхаем. Опускаем ручки, опускаем голову. Расслабили спинку. Локти можно под колени опустить. Отлично. И опустили голову. Делаем носом вдох, то выдох. На выдох подтянули живот. Еще раз вдох. Выдох. Хорошо. И круглой спинкой поднимаемся. Сейчас берем мяч. Хорошо, мячик берем ровными ручками сзади. Делаем вдох и на выдох поднимаем мяч. Поехали. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Задержали, держим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Взялись за мячик. Поехали. Второй подход. Выдох. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Задержали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаем мячик, отдыхаем. Носом вдох, ртом выдох. Голову опустили, шею не напрягаем, ручки отдыхаем. Хорошо, круглой спинкой поднимаемся. Садимся в том коврика.
зажимаем мяч между стоп. Опускаемся круглой спинкой на пол. Вытягиваем руки в противоположную сторону от ног. Макушку тянем в противоположную сторону от копчика. Делаем вдох и на выдох ножки с мячом заводим за голову. Вдох. Поехали. Выдох. Задержались. Передаем мяч в руки. Делаем вдох и на выдох медленно возвращаем ножки на пол. Позвонок за позвонком опускаем спинку на пол. Из положения 90 градусов медленно опускаем ноги на пол. Держим прессом. Отлично. И еще раз вдох. И на выдох забираем мяч из ручек. Вдох. Поехали. Хорошо, взяли мяч. И возвращаем ножки в положение 90 градусов. Опускаем спинку, позвонок за позвонком. Отлично, задержали. Ручки кладем в сторону, либо вдоль тела, ладошка смотрит вверх. И рисуем кружочки с мячом. Поехали вправо. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Отлично, согнули ножки в колени. Ножки 90 градусов. Не заводим ножки на себя. Ножки 90 градусов. Носочек смотрит вперед. Поясница прижата к полу. Ручки за головой. Делаем вдох. И на выдох отрываем лопатки от пола. Вдох. Поехали. Выдох. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3. Ручки смотрят вперед. Поясница прижата к полу. Ручки за головой. Делаем вдох. И на выдох отрываем лопатки от пола. Вдох. Поехали. Выдох. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. И один. Подтянули себя за ножки, зажали пресс, вытянули ручки вперед и задержались на 10 счетов. 10.
согнули ножки в колени. Кладем правую стопу на левое колено. Берем себя под колено. Подтянули к себе. Плечи тянем к полу. Ножки к себе. Хорошо, опускаем ножку на пол. Стопу оставляем на колени. Поднимаемся на ручках. Поворачиваем ладошки назад. Делаем вдох, на выдох отрываем тазобедренные. Хорошо, и опускаемся. И поменяли ножку. Левую стопу на правое колено. Подтянули к себе. Плечи тянем к полу. Хорошо, медленно опускаемся на пол. Поднимаемся. Ладошки поворачиваем от себя. И отрываем тазобедренные. И большим пальцем от себя, еще раз повторю, большие пальцы от себя, выворачиваем замочек. Макушка вверх, ровная спинка, небольшой наклон. Отлично. Хорошо. Сгибаем левую ногу в колени. Должен получиться прямой угол. Хорошо. И потянулись к ровной ножке. Отлично. Потихоньку поднимаемся. И берем себя противоположной ручкой за носок. Правую руку выводим вовнутрь и разворачиваемся, чтобы посмотреть на потолок. Рукой, которая внутри, отталкиваемся от ноги и зафиксировались в таком положении. Хорошо, отпускаем, поднимаемся и меняем сторону. Отлично. Потянули скромные ножки. Поднимаемся. Берем себя противоположной рукой за носок. Отталкиваемся рукой, которая внутри, от колена. И поворачиваемся, чтобы посмотреть на потолок. Задержались. Хорошо, садимся на полупалец. Садимся на полупалец. Пяточки вместе, колени вместе. Очень важно, чтобы пяточки были вместе. Опускаем тазобедренные на пятки. Подворачиваем под себя, чтобы не было прогибов поясницы. И в то время, как тянутся стопы, сделаем замочек. Хорошо, подтягиваем ручку. Локоть должен выходить из центра головы. Голова не давит. Локоть не давит на голову. Делаем замочек. Хорошо, меняем сторону. Подтянули ручку. Сделали замок.
И отпускаем ручки. И отпускаем ножки. Разворачиваем их в обратную сторону. Кладем стопы на пол так, чтобы у нас свод стопы плотно прилегал к полу. Пяточки должны быть вместе. И в этом положении пробуем оторвать колени от пола. Тазобедренный давит на пяточки, пяточки вместе. Здесь должна получиться ровная линия. Задержались. Хорошо, и опускаем колени. Ножки чуть в сторону. Опускаем тазобедренный на пол. Вытягиваем макушку вверх. Ставим левую руку поближе к тазобедренному назад. И отталкиваясь от ножки, поворачиваем плечи в сторону. Скручиваем позвоночник. Хорошо, меняем сторону. Вытягиваем макушку вверх, ставим ладошку поближе к тазобедренному и отталкиваем, сворачиваем. Хорошо, возвращаемся и аккуратно, потихоньку опускаемся на пол. Можно задержаться на предплечьях и аккуратно опуститься на спину. Нужно постараться лечь на лопатки, чтобы прогиб в пояснице и спине был как можно меньше. Хорошо. Аккуратно, помогая себе руками, поднимаемся. Ставим ладошки вперед, соединяем носочки. Разводим ножки как можно шире. Вытягиваем ручки вперед и тянемся грудью к полу. Тянемся грудью к полу. Отлично. И круглой спинкой поднимаемся. Собираем коленочки, ставим стопу на полупалец. И выходим сами. Потянулись. Делаем вдох. И на выдох правую ножку ставим между ладошек. Как можно дальше. Опускаем левую ногу на пол. Следите за тем, чтобы колено и стопа стояли на одной линии. Хорошо. Переводим ладони с внутренней стороны стопы. Отводим колено чуть в сторону и опускаемся на предплечье. Хорошо, поднимаемся и подтягиваем левую стопу к себе. Отлично, отпускаем стопу, возвращаем ручки и возвращаем ножку, выходим в собаку. Потянулись и меняем ногу. Левую стопу вперед, опускаем правую ногу на пол, переводим руки с внутренней стороны стопы, колено отводим чуть в сторону и опускаемся на предплечье. Хорошо, поднимаемся. Подтянули правую стопу к себе. Возвращаем стопу назад и выходим в собаку. Подтянулись. Хорошо, и выводим правую ногу вперед, садимся по-турецки.
Отлично. Опустили руки вперед, отдыхаем. Круглая спинка поднимается. Выводим левую ногу чуть вперед, правую стопу на левое бедро как можно ближе к себе. Хорошо. Левую ножку выводим вперед, чтобы мы могли опустить правое колено на пол. Делаем выдох, на выдох опускаемся. Правое и левое колено должны лечь на пол. Наклон. Хорошо, круглой спинкой поднимаемся и возьмем себя за носочек. Отлично. И отталкиваясь от правого колена, скручиваемся. Отлично, потихоньку отпускаем ножки. И меняем сторону. Левую стопу на правое бедро, как можно ближе к себе. Левую ногу, правую ногу выводим чуть вперед, чтобы колено опустилось на пол, и наклон вперед. Хорошо, поднимаемся и берем себя за носочек. Отлично. Отпускаем ножки. Садимся по-турецки. И без ручек поднимаемся. Хорошо. Становимся на коврик. Делаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И еще раз вдох. На выдох опускаемся вниз, расслабляем шею, руки, колени можно чуть согнуть и нарисовать несколько кружочков ручками. Отлично, и круглой спинкой поднимаемся. Хорошо, еще раз вдох, выдох. Отлично, спасибо за внимание.